Приветствую вас всех, друзья. Сегодня небольшое видео для рубрики «Что-то полезное». И речь сегодня пройдет про токарную накатку. Для тех, кто не в курсе, что это такое. Это устройство, позволяющее накатывать на цилиндрические поверхности неровности за счет деформации материала в виде сеток или прямых рисок при помощи роликов. Например, вот такие. В моей коллекции имелось несколько образцов накаток. Вот такая накатка с одним сменным роликом, вероятно, самодельная, купленная на барахолке. Вот такая модель с двумя роликами и подвижной головкой. Мне пришлось фрезеровать с ее державки часть материала для того, чтобы ее можно было зажать в рессодержку небольшого настольного станка. Также имелась кассета для сменной рессодержки модели 250-110, выполненная в виде накатки с двойными сменными роликами. Новая накатка значительно отличается от всех предыдущих, во-первых, своей ценой. Изначально она стоит дороже всех показанных мной ранее образцов накаток. Именно по этой причине я пару раз отказывался от идеи ее покупки в пользу более дешевых образцов. Во-вторых, конечно, отличается и конструкцией. Стандартные накатки работают за счет давления, которое оказывает ролики накатки на обрабатываемую деталь через суппорт. На небольших обийных станках с низкой жесткостью эта процедура, конечно, оказывает сильное насилие над станком. В данной накатке совсем другой принцип. Она зажимает обрабатываемую деталь между двумя роликами, зажим которых обеспечивается винтом, и на станок не оказывается практически никаких усилий. При этом подобная конструкция является самоцентрирующейся и позволяет производить накатку, в том числе на заготовках, с сильным биением. Конечно же, данная накатка не полностью универсальна, и у нее есть свои ограничения в использовании. Но на мой непрофессиональный взгляд, данная накатка работает значительно лучше классических с одним или двумя роликами и позволяет выполнять работы, которые сделать классическими накатками в принципе невозможно. Качество исполнения и внешние отделки в принципе хорошее, хотя, конечно, люфты могли бы быть и меньше. Накатка позволяет работать с заготовками приблизительно до 50 мм. Это максимальное расстояние, на которое разводятся ролики и не мешает винт регулировки. Сами ролики используются стандартного размера 19 на 9,5 мм с отверстием диаметром 6 мм. В комплекте идет три пары роликов для сетчатой накатки с разным размером рисунка. На них нет точной маркировки, но предположительно это 0,8, 1,2 и 1,6 мм соответственно. И естественно, что ролики ставятся парой и имеют как правый, так и левый рисунок, в результате чего образуется сетка. Подобными приспособлениями с двумя роликами можно выполнять и прямую накатку. Для этого устанавливаются или два ролика с прямыми рисками, или один ролик с рисками и второй гладкий. Ролики с другими размерами рисунка доступны для покупки. Достаточно большой выбор для заказа доступен на том же AliExpress. Конструкция накатки очень простая, и ее вполне можно повторить, в том числе изготовив нужного вам размера. Сейчас я продемонстрирую, в чем именно прелесть данной конструкции накатки и что она может выполнить накатку в тех случаях, когда стандартные приспособления бессильны. Для примера я возьму тонкую медную трубку. На данную трубку нельзя оказывать практически никакого внешнего давления, так как трубка очень мягкая и легко гнется. Как видите, данная накатка легко справилась с данной задачей. Также я произведу накатку на совсем тонкой заготовке. Как вы понимаете, произвести накатку классическими устройствами на ней также невозможно. Ну и тут данная конструкция показала себя очень хорошо. Также и на условно обычных заготовках, как видите, мы получаем весьма качественный результат. Я могу смело рекомендовать как данную накатку, так и конструкцию в целом для возможного повторения. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Если вы еще не подписаны на мой канал, я приглашаю вас это сделать. Всего вам самого лучшего и до скорых встреч!